7 сентября исполнилось ровно 200 лет со дня Бородинской битвы. Это сражение предопределило исход войны 1812 года. О событиях тех непростых дней юным ивановцам рассказали в библиотеке на Крутицкой. Литературно-музыкальную встречу провела художественный руководитель театра книги «Карноватка» Ольга Шишкина. По ее словам, детям не надо читать нудную лекцию, рассказ должен завораживать. Можно вот этой страстной беседой так зажечь детей, что они тут и плакать будут, и побегут за тобой. Потому что был такой момент, когда на сортировке я первый раз делала это мероприятие. Я настолько этим всем пронзилась, что я чуть себе там волосы не вырывала и так далее. Эти дети, кадеты, которые были на историческом конкурсе, там каком-то там у них были викторины и прочее, они бросили это на сцену и под руки меня повели, потому что они прям поверили, что я, наверное, была очевидец этой битвы. Подход к ребятам найти непросто, но можно. Важно учитывать возраст. Старшеклассникам и малышам об одних и тех же событиях нужно рассказывать по-разному. Когда ты будешь говорить о смерти героев, как гибнут лошади, как куча из тел во время этой битвы, это одно восприятие. А уже когда четвертый класс у меня сидит на первом рядах или второй, я уже волнуюсь, имею ли я право эти страсти описывать. И так много жестокостей. И в то же время они должны знать, это не просто как...